Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Oppo A1K изменить способ навигации по системе с вот этих вот старомодных трех кнопочек на навигацию при помощи жестов. Для начала переходим в настройки, затем в раздел «Удобства» и затем «Жесты и движения». Так, стоп, нет, не то. Кнопки навигации. И выбираем двусторонние жесты смахивания. И теперь можем управлять системой при помощи жестов без вот этих старомодных трех кнопочек. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!